прошлый год, как эксперты называли, для предпринимателей шоковым. Когда ты работаешь по найму, от тебя ничего не зависит. Спасибо. Нет никакого прогноза, что ты не прогоришь. И вдруг у тебя появилось 5 детей завтра. О, Господи. Тебе не надо их рожать. Слава Богу. 5. И 5 мужей. Предпринимательство – это вообще шок. Тебе сейчас еще удивлю еще другой цифрой. А стоит сейчас вообще начинать бизнес? Роман, вы бизнес-архитектор. Чем вы занимаетесь? Едешь мимо красивого здания, да? Ведь его должен был кто-то придумать, кто-то построить. Но немаловажно, после того, как построить, за ним надо ухаживать. Ведь любое красивое здание, после того, как за ним не ухаживают, оно ветшает. И мы видим очень много российских городов, особенно в центральной полосе, глубинка, где прекрасные исторические здания, но они в ужасном состоянии. Вот это примерно жизнедеятельность компании. Кто-то ее придумывает, кто-то создает дизайн-проект, руководитель приходит, набирает себе команду, и потом от того, как он с этой командой работает, такое издание. Так вот, моя задача – дать проект, по которому можно построить или перестроить текущее здание. Я не строитель, строит руководитель, и это самое главное. Поэтому я бизнес-консультант, бизнес-архитектор. Прошлый год, как эксперты называли, все-таки для предпринимателей шоковым периодом. Это в прошлом году. Мы понимаем, что мы тогда двигались по инерции. А сейчас 23-й год. Наверное, сейчас шок в квадрате. Какие сегодняшние условия-то у нас для бизнеса? Продолжая тему шока, я бы хотел сказать, что предпринимательство – это вообще шок. А когда происходят разные черные лебеди, то это не просто шок. Это есть очень такое русское слово, такое крепкое, но мы не можем его говорить в телеэфире. Поэтому предприниматели живут в этом состоянии постоянно. И, к сожалению, и это уже не смешно, черные лебеди будут еще пролетать. А стоит сейчас вообще начинать бизнес? Понятно, что есть действующие бизнесы, которые пытаются перестроиться, поменять вектор, найти какую-то поддержку, разрабатываются какие-то меры поддержки. Но все-таки, а начинать вот можно сейчас или не стоит? Или это безумцы? Я сейчас еще удивлю еще другой цифрой. Были приведены данные 2021 года и конца 2022 года. И предприниматели задали вопрос. Если бы у вас была возможность, вы бы снова стали заниматься бизнесом? В 2021 году ответило меньше, чем в 2022. В 2022, в конце 2022 года, люди говорили, да, надо заниматься бизнесом. Когда ты в состоянии кризиса находишься в заложниках, ну, например, что я имею в виду? Что такое заложник? Когда ты работник по найму. Это не значит, что я сейчас критикую всех людей, работающих по найму. Нет, я уважительно отношусь к моей карьере. Спасибо. В моей карьере тоже была эта часть жизни. И все же, когда ты работаешь по найму, от тебя ничего не зависит. И я знаю много крупных компаний, которые действительно разорились. Но, как показывает, знаешь, вот эта знаменитая картина, когда дубы валятся, мелкие кустики наклоняются. А если ты предприниматель, то ты каким-то странным, невероятным, метафизическим образом чувствуешь, что от тебя что-то зависит. Но сейчас же ниши, они же поменялись, но, во всяком случае, которые перспективные. Что такое перспективная ниша? Ну, когда ты точно не прогоришь. Хотя бы, во всяком случае, процент того, что ты прогоришь, он минимален. Нет. Никакого прогноза, что ты не прогоришь. Нет. И даже если у тебя очень классная ниша, в какой-то момент вдруг наступает госрегулирование, приходит крупный игрок или еще что-то, и ты просто оказываешься без бизнеса. Но о чем бы могли мечтать, ну, российские предприниматели в самом сладких фантазиях, о которых там, ну, что бы только могли подумать? Наверное, чтобы россияне покупали только эту продукцию, ну, нашу, отечественную производство. Один из трендов, люди хотят покупать российское. Не так много его, но оно есть. Знаешь, в чем самая большая мечта любого предпринимателя, чтобы исчезли западные конкуренты? Мы понимаем, что причина, по которой это произошло, она действительно серьезная, да, и она несет за собой много других рисков, но сам факт, представь, в какой-то момент ты просыпаешься, ты российский предприниматель, который не мог никогда ничего сделать, потому что сидели монстры, там, которые, ну, программное обеспечение, одежда, машины, все остальное, и вдруг ты просыпаешься от того, что в твоем почтовом ящике миллион писем с заказом на твою продукцию. Потому что ничего другого нет. Это для него рай, а для потребителей ад. Так для него ад в том числе. Знаешь почему? Потому что никто никогда не думал, что ему нужно быть качественным, масштабным и эффективным. Он жил всегда в своей маленькой парадигме того, что есть крупные дяди, большие игроки, там международные. Куда мне с ними тягаться? Куда мне с ними тягаться? А когда тут наступил момент, что давай, парень, жги на полную педаль газа до отказа. Все. А они готовы? Не готовы.
И вот здесь как раз роль бизнес-консультанта очень как бы важна. Представь, что ты, у тебя твое домохозяйство, это твоя компания. Mm-hmm. И вдруг у тебя появилось 5 детей завтра. О, Господи. Тебе не надо их рожать. Слава Богу. 5. И 5 мужей. И им всем что-то нужно. Да, ну, у меня одна сковородка, одна кастрюля. Ты же не готова к этому. Нет, конечно. Тебе нужно будет время, чтобы перестроить график. Когда, какой муж? Когда ты будешь кормить каких детей? С кем ты в театр, с кем в оперу, с кем в ресторан? Какое платье? Через какое-то время ты адаптируешься? Проще себя клонировать. Невозможно. Но здесь наступает момент, что некоторые люди, некоторые предприниматели, увидев возможности, открывшиеся в одном сегменте, начали туда приходить. И когда у тебя раньше были иностранные мощные, сейчас у тебя есть какое-то количество, особенно в IT-индустрии, предпринимателей, которые занимаются примерно одним и тем же, и вот здесь наступает правильное понятие конкуренция. И конкуренция формирует лучший продукт. То есть качество будет улучшаться. Всегда конкуренция порождает качество, безусловно. Или мы будем как раз в тех условиях, когда у нас ушли западные мощные, да, махины, и берите, что есть. Ну, смотри, вот представь, что мы с тобой семейные предприятия. Угу. И мы с тобой шьем, например, водолазки там, или платья, неважно. И ты точно знаешь, что сейчас вроде никого нет. Но каналы, как таковые, поставок все равно остались. Серый импорт. И здесь предприниматели, кстати, государственные крупные компании отмечают, что с точки зрения эффективности малый и средний бизнес показал высочайшую лоббильность и высочайшую эффективность в области серого экспорта. Они показали максимально быструю перестройку в области логистики, доставки всех остальных. И даже если мы будем шить с тобой ширпотреб, и мы будем думать, что ничего не будет покупаться, люди все равно не будут покупать. Почему? Мы уже знаем, что такое хорошо. Перейдем, наверное, к мерам поддержки. Угу. Все-таки раз у нас условия усложняются, расширяются меры поддержки? Да. Что будет? Да. Смотри, есть очень интересные факты. Два факта тебе приведу. К сожалению, доля малого и среднего бизнеса, ВВП, на душу населения Российской Федерации, самая низкая по отношению даже к странам БРИК. И, несмотря на те страны, которые нельзя называть, вообще очень низкая. При всем при этом, количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет. Цифра должна колебаться вокруг 20 миллионов. Не поверишь, цифру выполнили. Но цифра произошла в части, в том числе и за счет бурного роста самозанятых. Основным драйвером развития предпринимательства стали в прошлом, в позапрошлом годах самозанятые. И это значит, что меры поддержки показывают то, что если государство может создать легкую инфраструктуру, при которой человек при минимальных усилиях получает возможность зарабатывать деньги, это работает. Это первое. Второе. Меры поддержки, безусловно, растут. Как растет кредитный портфель, растет количество предложений. Корпорация малого и среднего бизнеса. Огромное количество предложений. Но что самое удивительное, представь, если взять все 100% людей, предпринимателей, то их можно условно разделить на 4 части. Первая часть – не трогайте меня, мне вообще от вас ничего не нужно. Второе – спасите меня. Третье – научите меня. И четвертое – поддержите меня. И ты понимаешь, что это всего лишь 25%, которым это нужно. Я, конечно, бы начал туда, где люди говорят «научите меня», потому что нет смысла давать рыбу, надо давать удочку. И в целом, значит, запросы есть у предпринимателей, но не так, как бы хотелось и органам, и институтам развития, и в целом корпорациям, которые отвечают за поддержку малого и среднего бизнеса. Предложение есть, спрос не такой сильный. Когда-то планировали 5-летками. В прошлом году планировали, так говорю, как говорят эксперты, планировали кварталами. Сегодня одним днем, неделями. Горизонт планирования сократился, ты права. Год назад, когда случились разные события, горизонт планирования был день, неделя. Мы сейчас планируем где-то, наверное, там квартал, год. И то с оглядкой, потому что неизвестно, что произойдет. Риски выше теперь? Ну вот если их все-таки рассчитывать. Риски были всегда. Они всегда будут. Это всегда были, да. И, наверное, они никогда не снизятся. Но что однозначно есть? Мы понимаем, что культура малого и среднего бизнеса стала неотъемлемой нашей частью. Я всегда задаю такой простой вопрос. Представьте жизнь улицы нашего города без субъектов малого и среднего предпринимательства. Просто пустые глазницы первых этажей. Печально. Мы уже привыкли. Мы привыкли ходить к психологам, к консультантам, мы привыкли ходить на массаж, я не знаю, мы привыкли ходить в ресторан, в фитнес-центр, куда-то еще. Мы хотим покушать хотя бы иногда в ресторане, мы хотим красиво выглядеть, одеваться, изучать иностранные языки и так далее. Все это субъекты малого и среднего предпринимательства.